Котельная на Мацесте начала свою работу в далеком 1975 году. Продолжает она функционировать и сегодня. В текущем году работы по замене оборудования стартовали по окончанию отопительного сезона в апреле. Ремонт котельной способствует повышению эффективности ее работы и обеспечению более стабильного и надежного теплоснабжения микрорайона Мацеста до улицы Чекменева. Котельная обеспечивает теплом около 10 социальных объектов, около 40 домов и более 4000 жителей. В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года на котельной номер 17 микрорайона Мацеста выполнен ремонт по замене оборудования. Это смонтированы два водогрейных котла, заменено теплообменное оборудование, установлено новое насосное оборудование. В настоящее время котельная номер 17 выведена в плановый предупредительный ремонт по подключению вновь смонтированных трубопроводов. По поручению главы города Сочи, департаментом городского хозяйства администрации города Сочи контролируются работы по модернизации котельной с целью надлежащей подготовки к отопительному периоду. Все оборудование российского производства в случае возникновения необходимости проведения работ по починке или в случае поломки этого оборудования в кратчайшее время будет возможность все привести в надлежащее техническое состояние и привести в эксплуатацию. Новое оборудование отвечает современным требованиям и нормам энергоэффективности. Окончание работ запланировано на 14 октября 2023 года, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в зимний период. Муниципальное предприятие «Сочи Теплоэнерго», снабжающее горячей водой и отоплением свыше 2000 объектов и более 95 тысяч абонентов курорта, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду также провело комплекс необходимых работ. В их числе капремонт и замена почти 7 километров теплосети, ремонт изоляции на 3,5 километра сети. В 70 котельных проведен планово-технический ремонт, 62 километра тепловых сетей прошли гидравлические испытания. Дарья Крыжичковская, Валерия Сачча, Дмитрий Говорков. Время новостей.